приехали в винодельню Пуркари. Охранник открыл нам ворота, пропустил нас. Сейчас будем парковаться. Можно вот заехать на территорию винодельни. Немного, в принципе, людей. Сегодня суббота. Вот. И сейчас посмотрим, что будет дальше. Винодельни, вы можете увидеть вот озеро с этой стороны. Смотрите ближе. Розовая Пуркари. То есть рожская Пуркари, Негру Пуркари и Негру Пуркари. Во-первых, первое и последнее – это классика. То есть их можно было купить, вот так они выглядят. И также были написаны на кириллице, поскольку мы не могли писать и на латинице. До 1982 года. В этом году получаем право сделать этикетку на английском языке. Почему? В 1984 году мы, как винодельня, получили право экспортировать вина на стол королевы Елизаветы II. То есть мы стали официальными дистрибьюторами королевской семьи Великобритании. Опять же, самое важное, насколько для нас было честью, поскольку маленькое село Пуркари, маленькая Молдова и настолько высокий олимп. Негру Пуркари — это наша визитная карта. Вот это, да? Это визитная карта.